Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. «Поющий миллион». 31 января в 10 часов утра по московскому времени учащиеся начальных классов от Сахалина до Краснодарского края исполнили гимн юных олимпийцев. Сургутские школьники из-за актировок поучаствовать в столь масштабной акции не смогли. Поэтому решили объединить голоса в унисон сегодня, в день открытия зимних олимпийских игр в Сочи. Площадкой для исполнения стала 38-я школа. Гимн юных олимпийцев исполнили более 500 школьников. Я сейчас рада, что у нас это получилось, и те одухотворенные лица, тот энтузиазм и то старание, с которым песня сегодня исполнялась, вселяет надежду в то, что и наша олимпийская сборная, благодаря таким юным болельщикам, обязательно окажется на первом месте. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.